Тихо. Ты моя хорошая. Да не у него ногой занялась. Да ты же зайка моя. Я первый раз ее за лето вижу. Ты видишь? Серега, ты видишь? Ящерицу зайчик. Ты мне потом фотки скинешь, ладно? Да. Только надо за хвост не дергать. Да моя хорошая. Егор, ты видишь ее? Да. Ты моя, ты сладкая. Да не ногой. Я успела включить телефон. Вот все, уже походка уже удалась. Дядю ползет, ведь ползет. Серега, посмотри, она ползет. Нет. Она ползет? Не, не вижу. Вот она. Тимой, посмотрите, Серега, ты что, ящерица ползет? Ящерица живая. Ползет. Иди посмотри. Да я ее снимаю на видео. Чем-то на дерево лезет. Не трогай, не трогай. От нас спасается. Тимой. Тихо, ну все. Так, наверное, но не надо их есть. Они няшки. Сам мясо мало. Рептилоид. Тималенький рептилоид. Это хозяйка Медной горы. Да. Крокодильчик такой. Я первый раз вижу эту гуню. Хочется погладить. Ползет, хочется погладить. Не могу. Ну, это няшность. Может, в коробочку посадить, домой забрать? За ней хожу здесь. Я буду, конечно. Не-не-не. Не видно так. Ну, ладно. Да, конечно, пусть на природе. Это она, неужели она до конца может доползти? Это же просто няшность. Ты куда это ползешь, моя хорошая? Куда это мы ползем? А куда это мы ползем? Куда это мы ползем? Да, конечно.